Когда вокруг все забодало, и хочется залезть башкой под одеяло, закрыться дома, достать гитару и песни петь, чтоб ничего не отвлекало. Но ведь это мечта — сделать именно так. Ты взрослый парень, и совсем ты не дурак. Нужен способ другой, эффективный, простой. И, конечно, с радостью делюсь я им с тобой. Валерьянка. И я лечился валерьянкой. Рецептик подскажу, ведь мне совсем не жалко. 12 капель ты накапай, в стакан со спиртом лихо выпей залпом. И вот уже хорошо, ты уже не грустишь, а под столом лежишь и очень мирно ты сопишь. Но запомни рецепт, он помог уже мне. Сколько нужно в сутки пить его тебе? Трижды в сутки, целый месяц. Давайте дружно всей Россией подлечим нервы, у кого они больные. Кто перестал совсем смеяться, кого не радует ничто и кто устал бояться. Но я тебе говорю, и совсем я не вру, про лучший способ в мире, и еще я повторю. Ведь я пробывал все, что доступно легко, эффективно, дешево и сразу хорошо. Валерьянка.